первой клубники. Как вам, Александр? Вкусно? Что за полет? Джек, тебе вторая. Ты, а Джек у нас тоже ест клубнику. Джек, ты что, тоже кушаешь клубничку, да? Он облизывает, потому что Саш там есть мороженое. Но клубнику он не ест. А маленький кушал, да? Нет, не успел. Он облизывается. Он говорит, дай мне чуть мороженого, пожалуйста. Как ты ешь? Покажи мне. Вот так вкуснее, да? Какие у тебя вкусовые... Послевкусие какое у тебя идет, когда ты так макаешь клубнику в мороженое? Какое у тебя послевкусие, Александр? Классно. А ты можешь описать его? Какие у тебя ощущения? Классно. Классно. Это понятие растяжимое. Ты можешь там сказать, там, например, свежести во рту или... Что у тебя, молока? А Джек? Джек? Блин, у меня какой-то жук сидел в волосах. Огромный. Почему никто его не это? Джек? Куси, 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 куси. Короче, процесс такой вот у нас сегодня. Съемка поедания мороженого с клубникой.